Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Послание президента Республики Западная Армения Армена Акабрамяна в связи со 105-й годовщиной геноцида против армян. Штат Колорадо объявил 24 апреля днем памяти жертв геноцида против армян. Пашинян и Стицерна Каберта поблагодарил страны, которые признали геноцид, совершенный против армян. Фильм «Море колосьев». В Армении проживает трое выживших после геноцида против армян. Минута светлого поминовения в Стицерна Каберте. Дань уважения в Токио у мемориала Хачкара в памяти о жертвах геноцида. Дамы и господа, главы государств и правительств, дорогие друзья и соотечественники, спасибо за вашу верность и солидарность в этот день в память о жертвах геноцида против армянского народа в 1894 по 1923 годы. Из-за эпидемии в этом году не будет коллективных церемоний. Однако 2020 год является особым годом для Западной Армении и ее государственных прав, признанных крупнейшими державами мира. Этот год соответствует столетию международного мирного договора, подписанного в Севре, который завершился 5 договоров, известных как договоры парижских пригородов, начиная с Версальского договора, Сен-Жермен-ан-Ле, договора Неи, Трианонский договор и, наконец, Севский. Вот почему мы решили почтить память жертв геноцида против армянского народа, в том числе в Западной Армении, где более 100 лет назад началось самое отвратительное преступление против моего народа. Геноцид не только уничтожил коренное армянское население, но и лишил их всех надежд на существование Родины. Недовольные отрицанием этого геноцида, преступное государство и его сообщники оправдывают свою позицию, заявляя, что не может быть геноцида против народа, которого не существует, и тем самым стирается преступление и его цель для достижения цели геноцида. Эта нация более не должна существовать. Этой нации не существует. Этой нации никогда не существовало. Ревизионизм завершает преступление. Это вторая фаза. Стирая этническую группу из истории человечества. Однако, вопреки всем международным нормам и моралям, палач, который нарушил соотношение национальностей в Западной Армении, был награжден и стал членом ООН. Мы не можем противостоять законным правам армян Западной Армении, их число сократилось после преследований, истребления, геноцида, и наши территории остаются оккупированными. Поэтому, осуждая это преступление против человечности, я как правозащитник против того, чтобы оно продолжалось со временем. Кроме того, необходимо было восстановить ядро государства, чьи права были нарушены из-за отсутствия носителей этих стандартов, призывающего к восстановлению нации. И именно поэтому сегодня, как народ, символ нашего вечного существования, внуки Западной Армении, решили почтить память своих родителей и дедов, в том числе на в том месте, где было совершено это преступление, на этой священной земле, чтобы показать нашу непоколебимую волю быть и сохранить наш статус члена этой великой семьи, страны свободных наций. Я хотел бы поблагодарить вас, дамы и господа, за то качество и величие, которое вы сможете вручить этому национальному и международному дню памяти 24 апреля 2020 года. Я преклоняюсь перед моими дорогими соотечественниками и друзьями, перед вашим братством. Да здравствует свободная нация, да здравствует Западная Армения и да здравствует армянский народ. Спасибо. 24 апреля 2020 год. Армен Акабрамян, председатель Национального совета Западной Армении. Губернатор Колорадо Джаред Полис объявил 24 апреля 2020 года днем памяти жертв геноцида против армян, передает Армянский национальный комитет Америки. Заявление, в частности, отмечается, что с 1915 по 1923 годы армянский народ подвергался преднамеренному уничтожению во время первого современного геноцида. Отметим, что 24 апреля 2019 года Сенат США Колорадо также единодушно проголосовал за провозглашение 24 апреля днем памяти геноцида против армян. В резолюции, принятой Сенатом США, была признана Республика Арцах и недавний культурный геноцид в Нахичеване. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на холме Тицерна-Каберт выразил благодарность тем государствам, которые признали и осудили геноцид против армян. Как передает Арменпресс в сообщении, премьер-министр Республики Армения в связи со 105-й годовщиной геноцида против армян, сделанным им во время посещения мемориала геноцида против армян вместе с супругой Анной Акопян, напомнил, что геноцид против армян официально признали 30 стран мира. Был признателен всем тем государствам, международным структурам, духовным и светским лидерам, которые выражают свою солидарность армянскому народу, отметил Пашинян. По словам премьер-министра, вследствие геноцида, длившегося на протяжении многих лет и совершенного по государственному решению, Западная Армения
Армении полностью лишилась армян. 1,5 миллиона наших соотечественников были убиты, сотни тысяч армян стали беженцами, лишившись права жить на своей исторической родине. Фильм «Море колосьев» посвящен армянским поэтам, погибшим во время геноцида 1915 года. Режиссер фильма Богдан Атанасян. Фильм доступен для просмотра по следующим ссылкам: на турецком с английскими субтитрами, на турецком с русскими субтитрами. В Армении проживают 3 женщины, пережившие геноцид против армян. Как сообщили Арменпресс, в Министерстве труда и социальных вопросов Армении, это Авсана Мирханян, 1915 года рождения, и Мари Киракасян, 1908 года рождения, Епраксия Геворкян, 1914 года рождения, родившиеся на территории бывшей Османской империи до 31 декабря 1915 года. Помимо своей пенсии от государства, получают также надбавку в размере 50% своей пенсии и 100 тысяч драмов, как пережившие геноцид. Когда в 2013 году, в преддверии столетия геноцида против армян, Арменпресс начал спецпроект «Очевидец». В Армении проживали 40 переживших геноцид против армян. По случаю 105-й годовщины геноцида армян 23 апреля в 21:00 прозвенели колокола всех церквей Армении, а освещение на улицах Еревана и областных центров было отключено на 3 минуты. Как сообщает Арменпресс, гражданам было предложено выключить свет в своих квартирах и символически объединиться вокруг вечного огня, светя из окон мобильными телефонами. Камос Иронян и Леона Алексанян в Тетернакоперте исполнили песню «Приди, мой соловей». На территории Международного христианского университета в Токио прошла небольшая церемония поминовения в честь памяти жертв геноцида против армян 1915 года. Инициаторами мероприятия стали работники посольства Армении в Японии. Мемориальный хачкар, у которого были возложены цветы, был воздвинут в 2015 году в честь столетия геноцида против армян послом Армении в Японии Грантом Погосяном. Особой резьбой по камню были вырезаны армянские символы с одной стороны хачкара, а с другой – японские. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Поторик Зиньори Морьерка». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!